1 июня Грузинская Православная Церковь отмечает День пришествия Святой Нино, которая принесла христианство в Грузию. Десятки паломников каждый год в этот день собираются у монастыря Святой Нино на берегу озера Паравани. Я упомяти, упомяться. Ноже почилино на вера, на салу Мария, Минино, Майя, Гио, Мария, Александре, Гура, Милева, Лидео, Назо, Сисимо, Нисдегу, Шио, Давиди, Алтатили, Давиди, Гура, Милева, Лидео, Сио, Нисдегу. Этот день для меня особенный день. Уже как 10 лет я посещаю село Пога. Это для меня особенный праздник, говорит Лейла Чинчарава из Ахалкалаки. Если турнебат мейданинос, чем у нас сакартвелошит ниновас. Амдрес и треба, могло быть гза, акедан, погидан, домлиц, ормоцда, ори сами дрес, чем дек цреташи чавлин, да свети цхолоши, да срулебе нам гзас. Исарис пцинвали дреса саули, акедан, удвелеси митидан, джавахетидан, амдрес, тел сакартвелос, улучшаем сакауруба амдрес, да, перекид сакартвелодам, тели сакартвелодан, акчамудиан, да, айон. А Роберт Убулава из Рустави впервые здесь. И как отмечает он, ему очень понравилась здешняя природа и люди. Очень, у меня даже слезы пошли, потому что Господь сказал, где от моей имени 2-3 соберутся, я там. Ну, значит, Господь здесь у нас, среди нас. Кроме литургии в селе Пога, праздничные литургии проходят также во всех православных церквях Грузии.